В 2025 году около 4,5 миллиардов пользователей будут взаимодействовать с социальными сетями. Пользователи и пользовательский контент являются активными ресурсами сети. Они управляют прибыльной индустрией рекламы и маркетинга и позволяют владельцам социальных сетей получать огромные доходы. Но есть одна очень существенная проблема с социальными сетями. Они централизованы. Единый орган сохраняет контроль над всей информацией, которая вводится в сеть пользователями. Здесь мы не можем не сосредоточиться на двух взаимосвязанных проблемах. Конфиденциальность и безопасность личных данных пользователей, использующих сайты социальных сетей. 2. Консолидация власти в руках нескольких лиц, контролирующих централизованные системы. Что может противостоять потоку централизации в социальных сетях? Ответ на этот вопрос дает введение децентрализованной медиа-экосистемы ОХ-21. Происхождение имени ОХ-21 происходит от 16-речного значения восклицательного знака. Это служит представлением гнева, испытываемого пользователями, которые чувствуют. Конфиденциальности их данных угрожают традиционные социальные сети. ОХ-21 воплощает в себе заявление «Хватит воровать мою конфиденциальность». Что делает ОХ-21? ОХ-21 – это социальная сеть, управляемая сообществом, позволяющая пользователям публиковать фото и видеоконтент. ОХ-21 использует децентрализованную блокчейн-платформу, где каждый может зарабатывать криптовалютные монеты ОХ-21. Уникальная экосистема ОХ-21 переносит работу с социальными сетями в новую парадигму, где люди получают вознаграждение за публикацию контента. Почему ОХ-21 создал это приложение? Мы считаем, что конфиденциальность является основой свободы. Мы никогда не будем собирать личную информацию от вас. Мы никогда не попросим вас предоставить номер мобильного телефона или адрес электронной почты. ОХ-21 также никогда не будет читать ваши электронные письма, собирать ключевые слова для поиска и отслеживать ваши привычки просмотра. У нас даже не будет серверной системы для мониторинга ваших сообщений. Каждому пользователю будет предоставлен UUID для самого приложения. 12 слов, которые нужно написать для восстановления аккаунта. Более того, каждый пост, будь то фото, видео или текст, будет храниться в нашей IPFS. Это означает, что никто не сможет удалить ваш пост, и вы не столкнетесь с цензурой со стороны ОХ-21. Все данные будут сохранены в IPDB, которая представляет собой базу данных, поддерживаемую блокчейном. При использовании нашего приложения у вас будет 100% контроль над выбором контента, который вы хотите видеть. Контент не будет продвигаться и... У вас есть свобода искать и просматривать независимые СМИ, а также подписываться на каналы, которые вам нравятся. У вас также есть возможность фильтровать определенные каналы на основе предпочитаемого вами языка, местоположения и интересов. Как пользователь, вы можете свободно высказывать свое мнение о контенте, который видите. Сообщения могут быть понравились или не понравились. На самом деле, мы активно вознаграждаем за это наших пользователей. Независимо от того, какую оценку вы дадите сообщению, вы всегда получите за это балл. Создатели оригинального контента также получат пользу от нашего приложения. За каждый полученный лайк их баланс также будет увеличиваться на 1 балл. Очки, которые вы получаете как пользователь или создатель контента, затем можно обналичить в виде монет ОХ-21. DEX – наша децентрализованная система обмена. ОХ-21 также предоставляет множество инвестиционных возможностей для пользователей, инвесторов и создателей контента. Во-первых, вы можете инвестировать в топовые баннеры NFT для первых 10 страниц канала. Баннеры служат постоянным местом для размещения ваших объявлений. Во-вторых, вместо публикации со своим UUID вы можете приобрести уникальное имя пользователя, которое будет использоваться во время работы в приложении. Вы даже можете приобрести несколько имен пользователей или обменяться именами пользователей с другими пользователями в зависимости от ваших потребностей в публикациях. Предлагая пользователям это приложение, ОХ-21 стремится стать новым мировым лидером в социальных сетях. Боритесь за конфиденциальность. Боритесь за свою свободу. ОХ-21 введение японская версия. Загрузите это приложение, используя QR-код. Спасибо.